Всем привет! Вот хотел бы поинтересоваться вашим мнением. Вот на днях, а если быть точнее 4 ноября 2021 года, Владимир Путин поздравил россиян с Днем Народного Единства. И это он сделал с Севастополя, когда он был с визитом в Севастополе, в Крыму. Тот, что это сделано специально в Севастополе, это понятно, для большей, так сказать, пропаганды, мол, с наметом, что Крым присоединили якобы, а фактически оккупировали Крым. Россия оккупировала Крым. Ну, не столь важно. Столь важно то, что я хотел бы поинтересоваться у вас. Как вам речь Путина? Как вам это поздравление, которое он сделал в этот день? Оно достойно, так сказать, президентского уровня? Или это очередная хрень, которую произнес Путин, на которую нормальному человеку наплевать? И эта хрень, которую произнес Путин, имеет ли она отношение к реальности? Я считаю, что этот Путин живет в каком-то коконе своей реальности. Я считаю, что этот человек уже должен давно уйти в прошлое, а не поздравлять с каким-то Днем Народного Единства, если по сути Россия расколота, и даже на уровне закона принято, что это федерация. Никакого единства нет. Вы приедете в Дагестан, Чечню, еще куда-то. Какое там единство с всего народа?